Всем привет, с вами Дима Мэр, и сегодня у нас очередной обзорчик товаров с Алиэкспресс. Сегодня нам пришли вот такие держатели для телефонного автомобиля для девушек и женщин. А почему именно для женского пола? Да потому что это не просто держатели, а держатели, усеянные стразами. Ну, говорить можно о них много, но лучше показать. Давайте начнем их распаковывать. И начнем вот с этой коробочки. Вот такой комплект у нас находился в коробке. Давайте достанем из пакетика сам держатель. Вот такой красивый держатель нам пришел с AliExpress. Видим, что внизу, а также по бокам все усеяно красными стразами. Они красиво переливаются на свету. Данный держатель у нас подходит для телефонов шириной от 52 мм до 90 мм. Силиконовые вставки не дадут вашему телефону выскользнуть, а шарнирное соединение позволит установить держатель так, как вам нужно. Внизу у нас есть присоска, с помощью которой мы можем закрепить держатель или на стекло автомобиля, или на панель. Чтобы установить данный держатель для телефона, мы должны сначала отстегнуть верхнюю часть. Для этого втапливаем фиксаторы. Дальше мы должны поднять пластиковый язычок, закрепить присоску или на стекло, или на панель автомобиля, опустить язычок и вернуть на место верхнюю часть. В комплекте идет двухсторонний скотч, это на тот случай, если присоска будет плохо держаться на панели автомобиля, а также крепление на дефлектор печки. У продавца можно заказать несколько расцветок. Есть черные стразы, белые, точнее серебристые, розовые и красные. Давайте посмотрим, какие цвета у нас пришли еще в коробочках. Вот так выглядит красный. Вот так выглядит у нас черный. И серебристые или белые стразы. Розового, к сожалению, не пришло. Цена данного держателя около 700 рублей. Смотрится очень красиво. Также можно использовать как красивый и оригинальный подарок. Если вам понравились данные держатели для мобильного телефона, скорее их заказывайте. Они однозначно украсят ваш автомобиль. Ссылочку я оставлю под описанием к видео. Не забываем ставить лайки, подписываться на мой канал. С вами был Дима Мэйр. До новых встреч!